Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Да судьба твоей станции вообще чисто зависит от тебя, честно говоря, Артём, поэтому... Мельник вряд ли вернется. Тебе, скорее всего, из библиотеки нужно выбираться самому. Хотя по книге ему помогли, но он был на волосок от смерти вообще. И, конечно, тот ужас, который он испытал в библиотеке, это... Я не знаю, это не описать словами. Выбираешься на поверхность, наверное, и вздыхаешь с облегчением. Да ладно. Вот так вот. Спасибо, кто бы ты ни был. Наверное, это Мельник. Ты вовремя. Отброшу за 50 патронов. Ха-ха, очень смешно. В кавычках. У тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Нашел. Давай к нам. Конечно, ты не сомневался, только все делает Артём. Это он нам помог тебя разыскать. А-а-а. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Хан вообще очень странный. Может, музон врубим? Туманная личность, конечно, этот хан. Конечно. Поэтому, как он нашел Артема, я вообще без понятия, как он... Он вообще очень часто появлялся в книге неожиданно, то есть... И именно в тот момент, в который кто-то нужен был Артему, кто-то, кто мог ему помочь, подсказать и направить. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Да не вопрос вообще. Сейчас я пойду патронов. Подзакуплюсь патронами. Посмотрим, может быть, что-нибудь я с оружием смогу сделать. Еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Так, где у вас тут патрончики продаются, господа? Привет. А, ну, Володя, это оружейное. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Даже не знаю, выбор у тебя неплохой. Тут только новейшая техника. В метро такого не найдешь. Калаш, калаш, абзац. Рельса Велопал. Калаш 2012. Так. Как за это приходится платить? Кровью. Вот. Хотела бы я вот эту вот штуку. Только вот не знаю. Ладно, давайте. Что мне заменить? Не заменить. Рельса. Нет. Так, заметка. Это мы готовимся все, да? К чему? Туда я не могу. Чё ты смотришь-то на меня так? Привет, Артём! Здравствуй, кто бы ты ни был. А, Ульман, что ли? Упражняюсь тут, как видишь. Походу, дело это Ульман. Я не помню его без маски, я помню его только в маске, поэтому... А там лицо особо... Храм. И там стоит хан. Кто бы сомневался, что около храма будет стоять хан? Не очень-то и полезные бумаги. Да все что намеки, ты? Намеки. Хотя это я... D6 тут обозначено. Зря, что значит, ли, выживал в этом... В этой библиотеке. Ты готов? Среди библиотекарей, блин. Ну, главное, что указан вход, то все значит готово, уже все неплохо. Наверное. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. По коням. Ну, по коням. Здравствуй. Ну, здравствуй, Артём. Ну, здравствуй. Я, в принципе, обратилась к нему так же, как и он ко как мне. И ты,
джентльмены здесь уютно устроились. Очень уютно. Храм даже у них там есть. Все как надо. Все по-человечески, да? Душевно. Песни, алкоголь, шутки. Война. А вы типа не идете, да? Вы здесь остаетесь? Ну, до свидания. Куда бы мы ни шли. Нас там не ждет ничего хорошего, честно говоря, поэтому... Ну, вперед так, вперед.